Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Даша Волшебница. Извините, что так долго не было видео, но на этой неделе очень много контрольных, и я еле успела для вас сделать новую коллекцию. Второй сезон в поход. Вот такие вот здесь пакетики. Я просто не успевала сделать какое-то очень красивое оформление, но хотя бы успела сделать такое. И предлагаю взять вот этот вот пакетик. Коллекция напитки. И давайте возьмем с надписью Спрайт. Зелененькие все. Коллекция Пасха. Я хочу взять вот этот вот пакетик. Завтрак. Давайте возьмем вот этот вот пакетик. Сегодня мы закончим коллекцию коронавирус, что нужно во время карантина коронавируса. Вот такой пакетик с масочкой. Лол, одежда и аксессуары. Давайте возьмем вот этот вот пакетик. В следующем видео мы также с вами закончим коллекцию кактуса. Возьмем сегодня маленький пакетик. Голубой. И последняя коллекция на сегодня — это собери лук. Давайте возьмем, даже не знаю, вот этот вот с купальником. Вот наш с вами каталог, и начнем по коллекциям. Они у меня тут все в разброс. Первое — это собери лук. Вот, сегодня, возможно, попадется какая-то юбочка или кофточка к штанишкам. Сейчас посмотрим. Я не знаю, почему они так плохо открываются. Ребятки, нам сегодня попалась юбочка. Вот такая вот фиолетовая. Клеточку. Давайте поскорее примерим ее. И мне кажется, то, что она идеально подойдет к нашей футболочке с Эйфелевой башенкой. И, кстати, пальчик в блесточках. Давайте примерим. Мне кажется, что она и подходит. И давайте посмотрим, как это будет смотреться с футболочкой. Мне кажется, что это смотрится красиво. Но скажу вам по секрету, что здесь есть еще одна юбочка. Давайте не будем ее раздевать. Пусть так будет. Следующая коллекция у нас кактусы. Так. Вот. Голубой пакетик. Посмотрим поскорее, какой нам там кактус попался. Нам попался с вами сегодня вот такой вот кактус необычный. И это номер 2. Вот. Номер 2 у нас вот здесь, на такой вот подвесочке. Вот так вот приклеим. Вот так вот пока что выглядит у нас коллекция. В следующем видео мы закончим с вами эту коллекцию. Следующая коллекция — лол, одежда и аксессуары. И давайте посмотрим. Вот у нас здесь коллекция. Такая змеечка у нас со звездочкой. Ну, кстати, желтое такое. Больше там ничего нету. Нам попалась лупа. Такая лупа попадается в коллекции. Я не помню, но они такие в контейнерах, в колбах. Ну, не в колбах, но... Я не знаю вообще, куда это можно... Как это можно использовать для кукол на глаз. Идеально. Ну, вообще, можно, типа, ей в руку дать. Типа, она держит. Ну, я не знаю. Положим это в шкаф. Я не знаю, как это одевать. Так, следующая коллекция у нас коронавирус. И мы сегодня закончим коронавирус. Что нужно во время карантина? Коронавирус. Вот такая масочка черная. Личиком убачь, но масочка у нас есть. Давайте я вырежу, обклею скотчем и приклею рядом. Я хочу, чтобы он идеально...
идеально открылась, понимаете? Но, видимо, так не будет. Ребята, знаете, что это? Это крупы. Тут написано гречка и пшено. Конечно, во время карантина нам, конечно же, нужно запасаться всякой едой и крупами. Это номер 9. Я сейчас не поняла. Я, короче, подушку неправильно наклеила. Ауч. Подушка немножко пострадала. Там просто... Ну, неважно. Мой блокнот немножко пострадал, но ничего страшного. Я думаю, нормально. Зато у нас теперь все по номерам идеально. Я вот не знаю, как сделать так, чтобы различать потом что-либо. Так, следующая коллекция у нас это завтрак. Вот такой вот пакетик, он мне очень нравится. Он очень красивый такой. Всё. Так, это все надо... Ой, боже. Убрать. На завтрак мы сами сможем съесть вот такие вот фруктики. Здесь у нас арбузик и банан. Два арбузика и два бананчика. Это очень маленький сюрпризик. Очень маленький. А пакетики все такие большие. Почему сюрпризики такие маленькие? Это спрашиваете у меня из прошлого. Фрукт. Так, конечно же, отметим это. Следующая коллекция у нас Пасха. Вот такие вот яичко. Посмотрим, что нам там попалось. Нам попалась церковь. Обязательно, когда наступает Пасха, нужно ходить в церковь и светить все пасхальные яички и пасочки, кулички всякие разные. Но в этом году, увы, не получилось сходить туда из-за одной не очень приятной новости. В которую надо верить, но верить не хочется вот вообще. Вот здесь вот у нас церковь. Вот сюда мы ее приклеим и поставим, конечно же, галочку. Напитки, спрайт, такой вот зелененький напиток. И здесь вот такая вот эмблемка, но она чуть-чуть недоработанная. Нет, почему они все так плохо открываются? В спрайте у нас лежала Пепси. Пепси, кстати, нам еще не попадалась. Ни одной повторочки нам с вами еще не попалось. Вот так вот это Пепси отсвечивает. Вот. Давайте приклеим на место. Мы с вами, наверное, соберем все напитки, а потом соберем все повторки. Галочка, обязательно. Вот так вот выглядит наша коллекция. И последнее, это новое на сегодня, в поход второй сезон. Но, увы, ребятки, здесь ничего нету, потому что я обещала то, что эта коллекция будет находиться вот здесь, что находится как бы внутри, в палатке вот этой. Давайте посмотрим, что же нам нужно с собой взять. Какая длинная штука. И она приклеилась. Что же там лежит? Вы знаете, что это? Ну, мне кажется, по контуру, в принципе, можно догадаться. Давайте. Это гитара. Ни один поход не обходится у посиделок у костра на таком вот дереве без песен под гитару. Это номер 3. Номер 3 у нас вот здесь вот. Вот наш первый сюрпризик. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Всем удачи. Всем пока.